Синоптики утверждают, что до конца недели погода будет радовать нас теплом и солнцем. И можно смело говорить о том, что к нам пришло бабье лето. Особенно рады ему бабушки и дедушки. У них появилась возможность закончить все свои дела на огородах и в садах. Тем более, что в администрации приняли решение о создании дополнительных рейсов маршрута 5С, который едет до садоводческого товарищества «Союз». В рабочие дни введены два дополнительных рейса по данному маршруту. Отправление от автостанции «Тупиковая» в 9.45 и 14.10. Отправление из садоводческого общества «Союз» в 10.25 и 14.30. Дополнительные рейсы появятся и в выходные. От остановки «Тупиковая» автобус будет уезжать в 10 утра и в 5 вечера. Из «Союза» горожане смогут уехать в 10.40 и в половину 6 вечера. Главной причиной создания дополнительных рейсов стали многочисленные просьбы и обращения пенсионеров. А это значит, что повлиять на маршрутную сеть города может каждый. Департаментом городского хозяйства рассматриваются все поступившие обращения от граждан города Сарова. На основании этих обращений проводится обследование, анализ. Это соотносится с возможностями транспортных предприятий муниципалитета. На основании этих данных принимается решение. Дополнительные рейсы маршрута 5С будут действовать только до 31 октября, но могут стать и постоянными, если будут и дальше пользоваться спросом. Мария Руинч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.